сьогодні ми дізнаємось, якими якостями повинен володіти справжній захисник України, на думку жителів нашого міста. Побільше смілості і побільше тваги. Захисник? Так. Відвагу, я не знаю. Відвагою точно. А напередодні Дня захисника України, що би ви побажали нашим захисникам? Щоб стояли за Україну як можна довше. Дякую. Це моє побажання. В камуфляжі. А якості якісь? Якості. Ну, защитник – это в первую очередь смелый человек. Это в первую, во вторую очередь мужчина. А в-третьих, он должен любить и уважать свой народ и свою страну. А что бы вы побажали нашим защитникам? Здоровья, чтобы не болели. Сейчас такая погода, они у нас, ну как, знаете, мужчин, да? И смелости. Ну, главное – это честность, опять же. Честность перед людьми просто. И этого достаточно будет. Какими якостями, на вашу думку, повинен володіти справжній захисник України? Мужністю. Честь, відвага. Так. Напередодні Дня козацтва, Дня захисника нашої країни, що би ви побажали нашим хлопцям? Ой, повертайтесь живими додому і здоровими. Так, так. Приєднуюся. Дякуємо вам. Дякую вам. Повинен бути сильним, мужним і впевненим у собі. Напередодні Дня козацтва, Дня захисника України, що би ви побажали нашим хлопцям? Побажала би бути впевненими в собі, в своїх цілях на життя, захищати своїх дівчат і взагалі всіх, кого можуть захистити. Скажіть, будь ласка, якими якостями, на вашу думку, повинен володіти справжній захисник України? Не знаю, силою, мабуть. Силою, мужеством. А напередодні Дня козацтва, Дня захисника України, що би ви побажали нашим хлопцям? Ну, мабуть, я не знаю. Всього самого хорошого, мабуть. По-перше, хочу чергу побажати мирного неба над головою. По-друге, тим хлопцям, які зараз боронять країну, хочу побажати теж здоров'я, сил, наснаги і перемогу. Що ж, друзі, ми дізналися від миколаївців, якими вони бачать справжніх захисників України. І саме зараз ми з ними і поспілкуємось. Справжні герої, воїни, захисники України сьогодні в студії «Нового дня» у рубриці «Ранковий гість». Сьогодні у нас в студії мужній Олег Євген Омельчук, колишній командир роти 501-го окремого батальйону морської піхоти, член громадської організації учасників та інвалідів АТО, а також Денис Янтар, головний національного корпусу у Миколаївській області. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Ми дізналися тільки що від наших миколаївців, якими вони бачать справжніх героїв України, захисників України. А ось від вас, як від представників захисника України, хотілося б дізнатися, якими ви бачите справжніх героїв воїнів. Євгене, вам слово. Дякую. Я вважаю, що захисник вітчизни – це в першу чергу состояние душі. Тобто чоловік має просто вже розуміти, що він робить, ради чого він це робить. І в первую очередь, это сила духа. А на вашу думку? Ну, в первую очередь, это человек, который должен любить свою землю, свою родину, не за правительство, не за какие-то там деньги. Это человек, который должен просто вот почитать своих предков, человек, который должен для себя, опять же, осознать, что он обязан это делать. Не потому, что ему приказали, а потому, что он просто обязан, по факту. Зараз хотілося б зробити невеличкий екскурс в історії, повернутися трошки у минуле і згадати, коли з'явився такий момент, що ви відчули, треба йти захищати Україну, треба ставати воїном і ставати на кордоні нашої держави. Ну, такий момент, собственно говоря, коли нашим воєнослужащим в Криму, да, 501-й батальйон морської піхоти, це пункт постоянной дислокации находился в Керчи, и когда, вот, конечно же, уже первые случаи, когда уже нашим военнослужащим уже угрожали, то есть блокировали, угрожали оружием, то есть тут уже было все понятно, что надо идти защищать. И вы одразу відчули, что я пойду, я маю это сделать? Да. Не знаю, а чи помните вы свой момент? Да, я помню хорошо, к сожалению. У нас коллектив был, ну, фанатское движение Николаевское, то есть у нас многие ребята
и служили в армии, и некоторые пошли, когда начались боевые действия, не в Крыму, а уже на Донбассе. Одним из таких первых был Андрей Балаган, он ну, первый пошел, по сути, в полк Азов, и потом уже за ним ребята потянулись, и в Маринке 4 августа он погиб. И ну, до этого момента, если честно, у нас немножко абстрактное было понимание войны, то есть, понятно, все переживали, все понимали, что это ну, очень плохо, но тем не менее, когда ты еще не осознал вот, вживую, что вот это такая беда, которая касается всех, то есть мы увидели, когда его здесь хоронили, то есть уже многое поменялось, многое стало намного серьезнее, и у нас еще там порядка человек 15 и пошло вот как раз в полк Азов воевать. То есть ну, для себя тоже было понимание, что вот, ну, была хорошая работа, было ну, в принципе все достаточно неплохо в жизни, но как бы такое тревожное состояние появилось, и понятно, что нужно было свой долг определенный отдать. Чи можна сказати, що ці сумні події вас загартували і зробили, можливо, навіть більш не тільки ще сильними, а стійкими до будь-яких перешкод і до будь-яких емоційних навантажень? Безусловно, любые испытания закаляют человека. Все, что не убивает, делает сильнее. То есть, если живы, значит, безусловно, сделали сильнее. А ось чи відчували ви у такі моменти підтримку миколаївців, українців, які допомагали вам іти далі? Ну, вообще, скажу за всех, да, то есть, безусловно, поддержка чувствовалась, даже вот, ну, банально такие вещи, там, письма от детей, там, поделки всякие, у меня он до сих пор есть такое деревянное сердечко, там, с флагом Украины, и сделали, по-моему, там, девочка из Золочева, по-моему, сделала, там есть что-то, лет 13 было, то есть такое, я то есть, до сих пор его ношу, оно у меня осталось, то есть, ну, это мелочи такие, но они поддерживают, ты начинаешь понимать, что это все не зря, там много моментов на войне, когда ты понимаешь, что все не зря, особенно там, когда видишь там обстрел мирного населения, то есть, когда Мариуполь 18 января обстреляли, когда, собственно, это предисловие к Широкинской операции, то есть, тогда ты понимаешь, что все это не зря и ради чего ты там находишься. Ну, а поддержка, безусловно, есть, и люди многие ее проявляли, показывали, то есть, нельзя было предать эту надежду. А ось на сьогодні, чи можемо ми сказати, що миколаївці згадують справжніх захисників і героїв України не тільки напередодні свят, а й впродовж кожного буденного дня дійсно ви відчуваєте цю підтримку? Безусловно, защита-то, собственно говоря, і йде ради того, щоб захистити людей, щоб сюди не ворвались орди просто орків непонятних, які розграбили, вбивають, насилують і в цілому безпредельничають. Вот. Поэтому... Конечно же, это поддержка, это, собственно говоря, и основа защиты. Если бы ее не было, то не было бы защиты. Хотелось бы от вас сейчас почути невеличку характеристику ваших побратимів, героїв, воїнів. Дійсно, яка у нас зараз наша українська армія, якими є наші захисники? Мы защищаем свою землю и свой народ. То есть люди понимают, все воины, ради чего они находятся в армии, ради чего они переносят тяготы и лишения воинской службы, рискуют своей жизнью, здоровьем и так далее. Вот. Поэтому прежде всего есть четкое понимание, ради чего мы это делаем. Вот. Ну и то, что я уже сказал, то есть уже сила духа, то есть уже есть уверенность в своих силах, если поначалу, да, то есть там те же мобилизированные, там, когда формирование только шло воинских подразделений, тогда еще было, это сейчас уже пришла уверенность, да, то есть мы отлично там стреляем, готовы, поэтому пришла уверенность, и это очень важно. Ну, я скажу, что армия у нас очень разная. Есть много ребят, которые действительно с чистым сердцем пошли и отдают свой долг. Есть мобилизованные, которые перестроились, не понимали, что они там делают. Потом, когда это все уже замешалось на крови, к сожалению, они уже понимали, что это уже их война. То есть не потому, что им приказали, а потому, что ну, нужно, потому что так надо. Ну, есть и те люди, которые до сих пор, к сожалению, не понимают, что они там делают, и командование есть, которое не понимает, вернее, понимает, что оно делает, но делает кое-что не то.
Я могу сказать, что в любом случае никто не сдастся, потому что кроме того, что там, допустим, захватить территорию, надо еще удерживать, эту территорию там РФ или кто бы то ни был другой ее не удержит, потому что здесь уже вот этот горнило войны уже прошли ребята, их много, и есть демобилизованные, которые так просто эту землю уже не отдадут, потому что за эту землю погибали их товарищи, и они тоже проливали кровь. Окрім воєнних дій, ви маєте своє мирне життя у нашому місті. Хотілося б запитати, як живуть справжні захисники і герої у мирному Миколаєві? Можливо, про що ви мрієте, чим займаєтесь, що вас радує? Ну, мечта о чому? О тому, щоб Миколаїв тільки процвітав, да? Жителі Миколаєва були щасливі, улыбались, і над ними було мирне небо над головою. Касательно меня, то есть сейчас после демобилизации я адвокат, член громадской организации «Участники инвалидов АТО». Эта организация достаточно активно действует в Миколаеве по разным направлениям. То есть это и помощь погибшим семьям участников АТО, просто помощь участникам АТО, детей мы везем с Донецкой, Луганской области, с оккупированных районов, там и неоккупированных, там помогаем там на оздоровление и так далее. То есть вот недавно конфликт был в Корабельном районе, когда двоих наших побратимов там напали там стая шакалов. Да, то есть сейчас я представляю вот интересы своих побратимов, идет уголовное дело. Вот, надеюсь, эти люди будут наказаны, которые виновны в нем, в этом преступлении и так далее. То есть, ну, тут достаточно такой экшен, то есть здесь все есть, и политика, и экономика, и юриспруденция, то есть и все остальное. Денис, а у вас? Ну, учитывая, что я представляю сейчас национальный корпус, год назад практически это стало политической партией, до этого мы пробовали себя как громадская организация, цивильный корпус АЗОВ был. Опять же, с ребятами с организации АТОвцев мы активно сотрудничаем, то есть там и с Ромой Бойко, и с Терещенко, и со всеми. Уже миллион акций просто проведено было. У нас направление, опять же, первоочередное, там, борьба с сепаратизмом, проявление здесь, и воспитание молодежи, то есть проведение спортивных мероприятий, патриотичных, опять же, там, правозащитная деятельность. Ну, думаю, у нас это неплохо получается, в принципе, все достаточно на виду, тоже вот, ну, я не знаю. Ну, тоже живем, трудимся, пытаемся улучшать наш город, наш быт, воспитывать новое поколение, чтобы у нас этой проблемы не было даже мысли, как на Донбассе, если это инспирировано было извне, то есть завели массы. То есть у нас не должно такого быть, у нас должно быть уже просто вот поколение, которое не задумывается, там украинец, он русский там, или казах, татарин. То есть они понимать должны, что они украинцы, это их земля, и они за эту землю должны и бороться, и, ну, и откидывать любые мысли о том, чья она вообще. Спілкуючись зараз з вами, дуже приємно і радісно чути слова, що одна з головних ваших мрій, ваших цілей – це для того, щоб Миколаїв процвітав, для того, щоб миколаївська молодь зростала сильною, здоровою, патріотичною. І напередодні Дня захисника України, я думаю, вам є що сказати вашим побратимам, привітати їх зі святом, звернутися до них, і, можливо, не тільки до них, а й до наших жителів міста та області, і привітати їх з цим великим святом. Я хочу всех побратимов поздравить с наступающим праздником, пожелать вам силы духа, крепкого здоровья, счастья, успехов. Победа будет за нами. Ну, хотел бы в первую очередь пожелать в этот праздник поменьше слез, если такие хотели литься. Не нужно думать, что человек-воин, который дал свою жизнь, он сделает это зря. И это момент воинской славы, его нужно чтить, этих людей нужно уважать и как можно больше отдавать им дань памяти. Ребятам, которые еще там находятся, я желаю, чтобы, опять же, было здоровье, была уверенность, повышался профессионализм, чтобы война проходила, насколько это возможно, проще и в психологическом плане, и в физическом плане, и в обеспечении. В общем, пожелаю держаться, и, опять же, победа будет наша.
Дякуємо, що сьогодні ви завітали до нашої студії телеканалу «Миколаїв». Ранкова програма «Новий день» також приєднується до привітань і вітає вас з вашим святом, з Днем захисника України. Бажаємо вам також здоров'я, сил, натхнення і, можливо, щоб усі ваші мрії, найпотаємніші, ті, що стосуються саме вас, вашої сім'ї, ваших рідних, дійсно збувалися.